Здравствуйте, друзья! Меня зовут Людмила Мандель, и вот уже несколько лет я обучаю студентов английскому исключительно с помощью фильмов и сериалов по своей авторской методике. Ну а в этом видео я хочу поделиться с вами одной из ярчайших фраз из сериала «Why Women Kill» – «Почему женщины убивают». Этот сериал абсолютно роскошен и невероятно богат классными фразами, такими как эта. Фраза звучит так: «It takes two to tango». It takes two to tango. Для танго нужно двое. Фраза используется двояко в этом сериале. Вообще сериал невероятно глубокий. Хотя, вроде бы, основная идея там незамысловатая, но он очень-очень глубокий. В этом сериале фраза используется двояко. С одной стороны, в одном из эпизодов одна из наших пар действительно танцует танго. И для этого танца действительно нужно два человека, да, чтобы получилось красиво, ярко, зажигательно. Одновременно с этим авторы сериала хотят донести до нас мысль, что брак, а брак и отношения в центре этого сериала, брак – это такая парная история, в том смысле, что чтобы сохранить брак, уберечь его от проблем, нужно, чтобы этого желали и стремились, и несли за это ответственность два человека, а не один. Вот эта мысль проходит красной нитью через весь сериал и особенно ярко проявляется в одном из эпизодов. Now some say it takes two to tango. Фраза абсолютно роскошная. Ее можно использовать не только для отношений. Ее можно использовать, например, когда вы говорите о какой-то игре. If you want to play this game, you need a partner. It takes two to tango. То есть мы можем использовать ее в переносном смысле. Да, если хочешь играть в эту игру, то тогда тебе нужен партнер. Для танго нужно двое. Вот такая яркая фраза, абсолютно шикарная. Берите ее себе на вооружение и обязательно постройте с ней свои небольшие диалоги. На сегодня все, друзья, но мы с вами увидимся, услышимся в следующем видео. До встречи, всем пока!